Привет, дорогие мои любимые Вася и Леночка. Хочу от всей души поздравить вас с годовщиной вашей свадьбы. Очень многие, в том числе и мы со Светочкой, любуемся вашим союзом, так как вы сумели построить великолепную и благополучную семью, которую можно охарактеризовать как дружную, крепкую, красивую и сплоченную. И у вас сегодня есть замечательный повод почувствовать себя молодоженами. Ребята, вспомните, какими вы были счастливыми в день вашей свадьбы. И очень прекрасно, что за эти все года, которые вы вместе, ваши чувства стали намного глубже и сильнее. Я сейчас в Швеции на судне, как вы видите, да, но пользуюсь этой возможностью отправить вам видеообращение, я хочу поздравить вас с этой прекрасной датой, жемчужной свадьбой, и хочу вам пожелать, пускай ваш союз продолжает быть таким же крепким и красивым, как жемчуг, а также пускай в вашей семье всегда царит взаимопонимание, уважение и, конечно же, любовь. Ребята, будьте счастливы и, конечно же, горько! Life is good. Life is good. Life is good. Life is good.